считается уместным. Максвелл, отличная передача, Златан, удар! И мяч пролетает мимо ворот. Второй момент за полторы минуты, за минуту 45 создает Пари Сен-Жермен. Ворот Реала, и так все легко дается, так быстро ходят мячи. Смотрите, Златан штрафной, это уже катастрофа для оборона. Роналду попал в стенку, и 31, ну прекрасно. Все равно больше 30. Удар Златана, и почти попал в угол. И Навас летел, летел, летел. И мог все равно не успеть. Вот это настоящий удар. Как же здорово крутит мяч. Я берусь утверждать, что Кейлор Навас имел шансы, даже если бы Златан попал. Тому свидетельство. Жестко играл Ганила, развернулся и... устоял, удар кросса, угловой или нет? Вот такой момент, и гол! Как проспали этот рывок, и Начо! Только что вышел на замену у парижане, 1-0 впереди мадридский Реал. Точно отправил в угол, как он здорово подключился, и как не здорово выключился Тиаго Силва. И Тони Кросс, аплодисменты за этот мощнейший удар, как-то немножко расслабленно ставил ногу Тиаго Силва. Трап не понял ничего в эпизоде. Редкий гол, да, стой себе, Кевин Трап, в воротах сейчас, да, оцени он правильно полет мяча. У тебя не на высоте. И 1-0 впереди мадридский Реал, и Париж старается вновь на чужое половине поля. Здорово сыграл Кавани, передача, Рабьё, удар, поворот, и штанга! Адриен Рабьё, какой удар нанес, а! Париж отвечает очередной в пятером, как красиво это выглядит, сыграно. И снова я утверждаю, что Кейлор Навас дотянул. Навес, опасно, выбивают мяч, удар мимо ворот. Много моментов, очень много моментов создает Пари Сен-Жермен. Вновь Адриен Рабьё. Хорошая подача. Роналду помог в защите. Его удар не смог блокировать по-настоящему Тиаго Силва. Иско. Кесе. Отличная комбинация. Иско. Момент. Удар. Трап. Выручает парижан. Но первый настоящий голевой момент Реала в этом тайме. Ну, Кевин Трап спасает. Ну как же блестяще прошли тоненькими передачами. Здесь уже Иско убирает мяч от Давида Луиса. Бьет. Подача в штрафную. Ибрагимович, Кавани. В одно касание. По флангу очень точно на Ди Марию. Тот держит мяч перед собой. Убирает мяч в центр. Кавани один. Ох, какая передача, Кавани. Что ж ты делаешь, дорогой? Так нельзя упускать моменты. Один на один выходит Эдинсон и не забивает. Какая красивая атака. Вдвоем 70 метров прошли с мячом. Эдинсон, Кавани, Ангель, Ди Мария. Идеальный, ну, дьявольский пас совершенно удался Анхелю Ди Марии. Здесь Варан спасает. Ну, просто потому, что Кавани пробил неубедительно. Не попал в мяч правой ногой. Прием. Иско, удар. И Давид Луис едва не забивает собственные ворота. Пораньше Реал начал создавать свои моменты во втором тайме. Наверное, доволен этим эпизодом. Небольшим, но густым отрезком игры в атаке Рафа Бенитес. Трап переводит мяч. И хватит. Ах, как красиво. Иско. Вторая пятка подряд. Криштиану Роналду с мячом. Приближается к штрафной. Данило. На ходу мяч получил. Васкес. Навес. Это очень опасно. Иско. Удар. Кевин Трап. Браво. Вратарю парижан. Второй гол Реала, разумеется, закрыл бы эту историю. А так интрига остается. Ну и великолепную атаку Реал провел, надо сказать. Все переводы, все движения. Вот чуть-чуть потерял темп Данило, но это практически не сказалось на остроте. И Роналду двоих отвлек. Иско пробил.